Дорогие жители Самарской области, именно такие губернаторы, как Михаил Белоусов, способны сдвинуть проржавевшую бюрократическую машину. Белоусов предлагает создать на территории Самарской области особую демографическую зону, чтобы были такие условия в регионе, чтобы хотелось выходить замуж, жениться и иметь много детей. Это будет новая политика в руководстве области. Поддержите Михаила Белоусова.